Стойку, стойку встань. Бедим. Уклон, уклон. Боковой, прямой. В целом единоборство большое значение имеет в жизни. Значит, как минимум это пригодится для сдачи норм ГТО, которые необходимо понять, что ты достойный представитель, так сказать, нашего общества. Вот. Пригодятся для службы в армии, в целом для самообороны. В жизни всякое бывает, как говорится. Также с психологической точки зрения, чувствуя внутри себя силу, ты позволяешь как бы себе быть добрым человеком, спокойным человеком. То есть у тебя меньше стрессов, меньше проблем в жизни. То есть большое значение спорт имеет в нашей жизни. Ты не уклоняйся, Димит. Защищай. То есть, когда он тебя ногой бьет, ты вот так вот защищаешь, понял? Вот. Чик. И обратно в стойку. И раз, два, три, четыре, пять. Движение – это жизнь, это из спорта взято. Как бы, пока ты занимаешься спортом, твой организм имеет определенную физическую форму, которая позволяет тебе бороться с факторами, которые внешние, так сказать, среды. Работаем. Раз, два. Раз, два туда. Раз и два туда. Когда разговор заходит за улицу, я всегда говорю две вещи. Первое, на улице нет правил. Второе, на улице всегда можно нарваться на большие проблемы, чем нежели там нанести ущерб человеку. Значит, первое, чтобы не нарваться на проблемы в плане там с законом, я всегда говорю, не надо бить в лицо. Простейшая техника, чтобы вывести человека, скажем, из равновесия, это удар по печени. Значит, все, что нужно, это с левой руки пробить в область печени, подсесть на левую ногу и ударить кулаком в область печени. Вот таким образом, как будто держите кружечку в руке. Вот она работа. Показал, ударил. Раз, два. Все, этого достаточно будет, чтобы вывести, так сказать, из строя агрессивного человека. Значит, следующий момент. Если, скажем, я всегда говорю, если на тебя нападают два человека, то здесь уже ситуация более сложная, и вступать с ними в размен не имеет смысла, потому что никогда не знаешь, что у них там в кармане лежит. Поэтому здесь самый простой удар – это удар ногой в пах. Я всегда говорю, первое, что мы делаем – бьем ногой в пах, после этого стараемся как можно быстрее покинуть место происшествия. Спрашивают, зачем мы бьем в пах? Всегда объясняю. Выводим из строя одного, второй за вами не побежит. Это закон. Второй побоится, засомневается, останется с пострадавшим. Вот два основных принципа действия на улице в стрессовой ситуации. А, следующий. В другую сторону уходите. Туда. Ага. Туда уходи в конец строя. Хорошо, следующий. 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 В колонну.